Я б хотіла у нашої наступної героїні теж запитати про це, тому що вона людина творча, це співачка Катя Чілі. Давайте її зустрінемо і запитаємо в неї, чи... Вітаємо вас! Вітайте до нас! Катюша, а вам що було голодати? Ви така худенька. Я знаю, що ви завжди були такою. Навіщо вам голодування знадобилось? Ну, перший опыт моего голодования был в 2003 году. Я, по правде говоря, просто шла по набережной и сказала: «Господь, я заключаю с тобой контракт, я готова ко всему и готова заплатить небольшую цену». Два дня назад ко мне попала книжка Брега по голоданию. Я сразу взяла 7 дней, поголодала, и мне это было совершенно несложно. Дело в том, что это были солнечные дни. Это, кстати, Поль Блюрек у нас на фотографиях. Вот он какой. Вот, поэтому, когда солнышко, совершенно несложно голодать, потому что действительно насыщаешься некоторой энергией, наверное, хронической. Вот, и голода практически не чувствуешь. А сколько дней вы голодали наибольше? Ох, какая загорелая. Да. Солнечная девчонка. Ну, я по количеству не маньякую. То есть я начинала с мокрого голодания, а потом, когда попробовала насухо, то есть сначала было 3 насуха, потом 5 насуха. И после этого я практикую по 7 дней насуха. По 7 дней насуха? По 7 дней насуха, и меня это устраивает. И это один из инструментов. А может, вам лучше познания. Хотя бы 3 дня насуха? Все-таки 7 дней это многовато. Ну, каждый человек выбирает сам. Не, дело в том, что тут надо, знаете, рассказать о, как бы сказать, не подводные камни, а просто мы не знаем особенности голодания. А именно, если у женщин это все происходит, ну, большие сроки и очень часто, понимаете, пропадают месячные и нарушается менструальный цикл, и можно вообще никого не родить. Могу сказать, что месячный цикл мне, наоборот, нормализовался. Угу. И я излечилась от многих болезней, о которых не знала о существовании таковых вообще в моем организме. А как вы узнали о их существовании? Вот это очень интересно. Дело в том, что у меня родители врачи. Когда мне выходили камни, я просто спросила, что это. Или, например, после первого моего голодания... Камни с почек выходили или же из почек? И сказали, вот. Но это все физиологические подробности. Если можно, я сакцентирую внимание на маленькой детали, которая для меня очень важна. Дело в том, что голодание я каждый раз... Но это для меня является духовным инструментом, и голодание я всегда совмещаю с молитвой. Я работаю с молитвой покаяния. Вот, и вот если бы кто-то из вас читал Анастасию Мегре, так вот я уверяю, что это все правда. Спасибо. Потому что третий-четвертый день голодания, может быть, кажется, что они порубежные, но на пятый, на шестой, день человек начинает... Обыкновенная украинская девушка, как я, начинает понимать язык животных, растений, стихий. Причем не только получается взаимосообщение на уровне знания, но и взаимосообщение на уровне телесном, то есть материальное подтверждение. И это все реально. Спасибо большое. Да?